Всем привет-привет! Вы на канале WoodGSN, канале, на котором вам гарантированно будут предоставлены все новости и анонсы по поводу нашей игры, абсолютно честные обзоры на танки и товары в магазине в максимально короткие сроки. Если вы ищете какую-то информацию, вы всегда сможете найти ее именно на этом канале. Чем не повод подписаться на данный канал, поставить лайк данному видео и обязательно прожать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видосов. Спасибо вам большое за поддержку, ну и давайте будем начинать. Тема сегодняшнего видео – события, которые будут у нас на протяжении 3 месяцев, ну и в частности, в первую очередь, те события, которые ждут нас уже в июне. Сейчас все расскажу, расскажу о датах, что необходимо будет делать, а самое главное, что вы сможете абсолютно бесплатно получить в тех или иных игровых событиях. Ну и не только бесплатно, если вы донатер. Итак, ребят, начиная с 1 числа июня месяца стартует так называемый Blitz-фестиваль, который посвящен десятилетию игры, и целых 3 месяца мы будем иметь возможность праздновать это вместе. Первое, что принесет нам игра, это новые 3 коллекционных танка, а именно младший брат Е100, который в детстве очень много болел, Е10, которого переместили на 7 уровень. На 8 уровне не до бабаха с небольшим разовым уроном, но целыми 3 снарядами в магазине, который довольно быстро перезаряжается. И великолепнейший КВ-2, которого переместили на 9 уровень, и он является, ну, в край уронной машиной. И на все эти 3 танка я уже заснял обзоры, они уже забронированы на публикацию на платформе YouTube у меня на канале и будут опубликованы, как только сезон даст старт. Соответственно, если хотите не пропустить эти абсолютно честные обзоры на машины, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и заходите в игру. Смотрите, когда сезон стартанул, сразу переходите ко мне на канал и видите эти обзоры первыми. Итак, ребят, в отношении тех событий, которые разработчики нам приготовили, а здесь действительно огромное количество информации. В первую очередь, с 1 числа по 15 число июня у вас будет возможность пройти квест, в котором вы будете в течение 15 дней зарабатывать валюту вот этого вот сезона для того, чтобы забирать себе новые сезонные танчики, так называемые экраны. Дальше, с 14 по 28 июня у вас будет великолепнейший ивентик, который вам принесет возможность получить абсолютно бесплатно К2. Это новый коллекционный тяжелый танк 8 уровня СССР и возможность получить себе КРО 45 тонн. Но, скорее всего, там будет немножечко с доплатой. Как проходить ивент с 14 по 28 число на К2 и КРО 45 тонн? Ничего сложного, просто выполнять ваши боевые задачи, не путайте с клановыми задачами. Вы выполняете клановые боевые задачи отдельно, ну а что касается боевых задач, то выполняя их, вы сможете получать дополнительную игровую валюту, которая будет продвигать вас в прогрессе прохождения данного ивента на К2. Дальше нас ждет великолепнейший подарок, а именно с 12 по 30 июня мы все сможем получить как главный приз ТОК-2 Бластероид абсолютно бесплатно. И что самое главное, обратите внимание на то, что при данном событии у вас будет возможность получить себе жетон. Не забудьте забрать себе данный жетончик по одной простой причине, потому что этот жетон вы сможете использовать в следующем месяце. На что конкретно можно будет его поменять, я пока не знаю, но как только информация появится, что сделаю? Правильно, опубликую соответствующее видео у себя на канале, которое вы, конечно же, не пропустите. Ну и в отношении интересного события — лотерея. Стартует она с 3 числа и будет длиться до 26 июня. Вы будете иметь возможность в этот период времени зарабатывать или купить себе так называемые лотерейные шары. Каждый из них будет иметь определенный номер, ну и розыгрыш будет проведен 25 числа на прямой трансляции на официальном канале World of Tanks Blitz. Из того, что вы сможете получить самое жирное, это сертификат на какую-нибудь десятку или солидный контейнер. По-моему, довольно неплохая затея, я лично участвовать планирую однозначно. Также стоит отметить, что начиная с 4 июня и по 14 июня, то бишь 10 дней, у нас будет игровое событие, а именно абсолютно бесплатная подписка. Делать вообще ничего не надо, просто будете заходить, начиная с 4 числа в игру, и каждый день будете забирать себе по 10 частей на великолепнейшего СТРВ-81. Для тех, кто не знает, это танчик 8 уровня, который действительно очень играбельный. Плюс к тому, вместе с танком вы сможете забрать себе другие абсолютно бесплатные плюшки, которые
однозначно вас порадует. Также стоит отметить, что в нашей игре в июне и в июле, а именно два первых месяца лета, будет возможность зарабатывать себе так называемые антенны. Данные антенны вам пригодятся в августе. На что конкретно их можно будет поменять, пока неизвестно, но я вспоминаю историю с ледяным кубом, который все мы хранили до новогодних праздников, и потом великолепно обменяли его на голду. Здесь разработчики припасли им что-то даже более крутое, нежели просто обмен на золото. Поэтому советую всем, как только будете видеть данные антенны, обязательно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы их себе забирать. Я, по крайней мере, буду потеть над каждой антенной однозначно. Ну и в отношении подарков за время пребывания в игре. Для тех, кто не знает, каждый год Wargaming дарит каждому игроку подарок в зависимости от того, сколько лет игрок находится в игре. От этого зависит качество наполнения данного подарка. Ну и, соответственно, данные подарки будут вручаться в этом году в августе. Вот такие вот новости. Если появится что-то еще, обязательно опубликую новое видео. Ну а вы, для того, чтобы не пропускать видео, обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и буду безумно благодарен, если вы поставите лайк данному видосу. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!